Всем привет, это шоу «Базара 0». Мы принимаем всякие, видите, пока я принимаю всякие вызовы. Если мы эти вызовы выполняем, то мы молодцы, я молодцы, или Артем, мы молодцы. Если мы это не повторяем, то вы получаете $100. Свои видео с вызовами изначально, изначально узнав правила, ознакомившись с правилами, можно слать вот на этот e-mail адрес. В интернете можно следовать за нами, можно мониторить нашу деятельность. И Артем, где ты? Расскажу, в чем сегодняшний замут. Как такового вызова, то есть единственного видео сегодня нету. Привет, ребят. Вот, короче, я дошел, потому что бегал в магазин только что. На самом деле, нам постоянно присылают 7 триллионов видео с одним и тем же вызовом. Штук 50-60, по-моему, видосов у нас. Я ем корицу! Короче, есть такой миф, что нельзя съесть чайную ложку корицы. Для этого прикола нам понадобится корица молотая. Сейчас я попытаюсь съесть большую столовую ложку корицы. Говорят, нельзя есть столовую ложку корицы. Сегодня будем кушать корицу. Корица. Либо одна, тут корица 10 грамм, обычная. Если в нем будем есть корицу. Сегодня корица? В общем, сегодня будем хавать корицу. Сейчас он пытается съесть ложку корицы. Все вы молодцы, но хватит. Вот корица, вот ложка. Ну давай, как это, вот, как в прошлый раз камень ножки. Нет, по ложке, чё, по ложке, нам же эти вызовы приходят. Ну давай, ладно, чё. Я, самое ужасное, что я про корицу читал в интернете, что там какая-то содержится, которая, типа, может быть, смертельно. Но я думаю, что если ты через лейку съешь кучу-кучу, тогда может быть. Я не ожидал. Я прям не ожидал. Ты можешь. Ты можешь. У меня долго. Ты можешь. Потому что я не ожидал, что это... Что это прям так. Брат, ты можешь, ты можешь. Держись. Держи, 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 держи. Держи, брат. Я верю в Андрея Бонда. Он всегда справится. Он справится со всем. Ты можешь? Ты можешь, можешь, брат, давай. О, фу, какой ужас. Можешь, можешь, брат, давай. Давай, держи. Держи, держи, держи. А то будем записывать видео, как ты регаешь. Опять снова. Ну, хотя недавно тут я регал долго и упорно. Герой. Базара ноль. Мазфака. И не присылайте нам больше видео с корицей. Я таким фонтаном чихнул на самом деле. Блин, я что-то там читал, знал, слышал про то, что она жжется, но как будто реально сразу пальнули какой-то штуки тебе в рот. Дичь. Смотрите, подписывайтесь, шлите видео, читайте. На, попей. Это Андрей Бонд, он молодец. Это Артем Рыбакин. Я чихнул фонтаном. Love you.